И он там опять что-то меряет. И, ну, уже назад вернулся, минут 15 прошло. До сих пор с кем-то мясо съел. Я на видео снимаю, потом выложу. Я маме обещала с мамой. Какая хата показать. Вот на этом диванчике сплю. Это моя новая куртка. Это комната бабушки. Здесь папа спит. Ванна. Ой, стиралка. Это кухня. Кухня 9 метров. Потолок с плитками. Газовая плита. Я ей не пользуюсь. Для меня купили вот этот чайник. Вот. Холодильник. Грохотун. Покушать есть что. Это вид с кухни. Это улица Красноармейская, где мы живем. Тут где-то недалеко Кремль и вокзал. До конца улицы вроде дойти будет вокзал. Вот оттуда можно в Москву ездить. Эй, ничего не видно. Ай, блин. Под ноги не смотрю. Балкон. 9-й этаж страшно. Балкон доисторический, такой же, как и дом. Но его в бане. О, церковь какая-то. Церквей очень много. Это мой шкаф с моими тряпками. Телек. Десять часов в Иркутске. Бабушкины картины. А вот это самая клевая вещь. Это жерка. Все.